Бомбежки, блокада и геноцид. Израиль изо всех сил пытается уничтожать мусульман. Но это не работает. Рабов Аллаха становится только больше. Люди из разных уголков мира, глядя на стойкость палестинского народа, начинают изучать ислам. Хотят знать причину невероятной моральной силы этих мужчин, женщин и детей. На днях хорошая новость пришла из Австралии. Турецкая пресса рассказала о том, что 30 жительниц Мельбурна произнесли шахаду в местной мечети Meadow Heights. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. По словам австралиек, заинтересоваться исламом их заставили именно новости о происходящем в Палестине. «Я чувствую себя великолепно. Я ощущаю мир и счастье в моей душе. Происходящее в Газе привело меня к исламу и Аллаху. События в Палестине заставляют меня плакать, но именно это привело мое сердце к единобожию». Похожие истории происходят по всему миру. Вот, например, аналогичные видео из Испании. Так что, уничтожая женщин и детей Газы, Нетаньяху явно просчитался.